В Челябинске увековечили память режиссера Махарадзе. На здании, в котором более 20 лет жил заслуженный деятель искусств, установили именную мемориальную доску. Эту идею предложили сотрудники нового художественного театра. Поддержали коллеги и друзья Тенгиза Махарадзе. На нее сбрасывались несколько, значит, театров, отдельных личностей. И, конечно, супруга Тенгиза Саныча. Лена Генина. Вот. Также участвовал и наш театр Верхнеуфалейский в этой акции. Вот. Это наш долг. Тенгиз Махарадзе стоял у истоков Челябинского театра юного зрителя. Первым его спектаклем стала «Синяя ворона» по пьесе Радия Погодина. Позже были «Гроза» по Островскому и «Глоток свободы» по Акуджаве. А всего за 27 лет работы в ТЮЗе режиссер поставил около 40 спектаклей. Потом он переехал в Верхний Уфалей, позже отправился в Москву. Там 2 года назад он ушел из жизни. Родные признаются, что Махарадзе не был пафосным человеком, и такая память вызвала бы у него добрую улыбку. И сейчас бы он очень сильно здесь хохмил и иронизировал по этому поводу. Но был бы безмерно счастлив видеть вот тех людей так же, как сейчас счастлива я видеть всех.